О новостях спорта. Инвалид по зрению Булат Кабыжанов стал двукратным чемпионом мира по шахматам. Напомним, что свой первый чемпионский титул семичанин завоевал в 2016 году в Ереване. На этот раз он с победой вернулся из Испании, где проходил первый открытый личный чемпионат по шахматам среди людей с ограниченными возможностями. Семичанин Булат Кабыжанов выиграл первый открытый личный чемпионат по шахматам среди людей с ограниченными возможностями. Турнир проходил в испанском городе Торревьеха с 21 по 25 ноября. Сегодня шахматист вернулся домой. В аэропорту его встретили родственники, друзья, коллеги, представители отдела культуры и развития языков и отдела физической культуры и спорта. В клубе для незрячих и слабовидящих граждан Шамшырах Булатага занимают должность руководителя спортивного сектора. Все его победы и достижения очень вдохновляют коллег, а сам он служит примером для них. Он активный, он устраивает различные мероприятия по шашкам, шахматам, проводит различные соревнования, собирает вокруг себя спортсменов и молодых, и уже в возрасте. Булатага турал, иногда это кетчик, окши. Булат ага – человек, добившийся многих достижений и побед, своим трудом, талантом. При отсутствии зрения он сегодня видит весь мир и показывает его нам, потому что каждый раз по приезду с очередного такого турнира он нам рассказывает о различных странах, нам очень интересно. Мы верим, что у Булата ага будет много хороших учеников. Очень надеемся, что, будучи руководителем спортивного сектора у нас в клубе, он сможет вывести на мировой уровень своих талантливых учеников. Чемпионат мира в Испании стал первым турниром по быстрым шахматам среди людей с ограниченными возможностями. Он собрал более 20 спортсменов из 8 стран. Проводился чемпионат по швейцарской системе по двум видам – рапид и блиц. И в обоих из них семичанин занял первое место. Очень важная партия была с международным мастером из России, неоднократным чемпионом мира Андреем Обучаком. Партия была очень сложная, соперник играл очень остро, пожертвовал фигуру. Не удалось отбиться, выиграть. Испанская сторона провела турнир очень здорово. Учитывая, что этот турнир переносился дважды. Думаю, может быть, в Москве перенесли, потом Англия отпала. И Испания взяла на себя это обязательство и провела очень здорово. Напомним, что свой первый чемпионский титул, неоднократный призер международных соревнований Булат Кабыжанов, завоевал в 2016 году в Ереване. В прошлом году в Индонезии семичанин завоевал серебряную медаль третьих паразиатских игр. Спортсмен признается, что с детства полюбил шахматы, но профессионально стал ими заниматься после потери зрения. Саулия Байгалиева, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей».